конечно, забить и бросить человека погибать в башне, но это неправильно. Так, там волк. Здесь подъем. Вроде бы некуда бежать. Приветик. Можно, конечно, просто пробежать мимо волка. Нет, это не так работает. Да, да. Ну, надо закончить уже мучение. Не вижу никакого другого способа пройти мимо волка, как просто пробежать мимо него. Да. Оп, оп, оп. Серьезно, змея? Не знаю, где я. Там был костер. Уже неплохо. Уже. Ну давай, давай, давай. Сколько уже вас убито было мной. Глупый змей. Если здесь еще будут медведи, то эта игра станет еще более интересной. Костер, ага, он костер. Так, ну, не вижу другого выхода, как просто идти вперед. Там вроде сзади. Ничего уже не было. Есть ощущение, что я сейчас выйду с другой стороны домику лесника. Да, вот что похоже я, по-моему, уже видел. Там, где я не пошел дальше. Интересно, интересно. Вот. Да, я должен был прийти. Да, серьезно, по-моему. Вот там будет уже плотина. Ну или что-то типа того. У меня лучше, чем у Дафны. Намного лучше. А у тебя?
О, вон, туристы. О, я забыл про... Это очень глупо. Это было очень глупо забыть про яд. Ладно, надеюсь, птичка. Да, вот по-моему вот... По-моему вот там... Там я был. Ну, конечно же, я не перепрыгну с первого раза-то. Да ладно. Уф. Да, все-таки здесь есть проход. Я хотел немножко развлечься. At least it wasn't me who ended up with an arrow through their head. Ладно, сначала все соберу, потом немножко мешает. Looks like someone's got a brand new tattoo. Она в такой ситуации умудряется еще и шутить. А ничего, что у него стрела в голове, да? То есть это вообще нормально, да? Так, что там было из документов? Укус гадюки. Несите повязку. О, я теперь могу лечиться от укусов. Наконец-то. Неплохо. То, ну вот, возможно, это тот, которого убили. Это девушка, которая сидела в пещере. А это на медальоне был. Это был... Вот, клон, да. Возможно, это он. Возможно, нет. И очередная карта. А, нет, это уже... Это я просто нет. Здесь нет случайно никакого секретика? Нет? Жаль. Так, ну теперь можно... Теперь можно... А, нужно найти оставшихся туристов. Ну, здесь вроде бы больше ничего нет. Да, здесь... Ничего нет. Ладно, там есть тропинка. Возможно, где-то дальше по этой тропинке будет еще зацепки, потому что там я был. Туристов, по крайней мере, не было видно. Был только тот, который в пещере. Может быть, просто до этого я не знал. Это нужный мне турист. Угу. По-моему, да, вот здесь. Да-да-да. Там костер. Да-да-да, здесь я был. Тоже тогда там. Все дело в кроссовках.
не было бы кроссовок. Так, ну, это способ обойти волка и не столкнуться с ним, а что наверху? Ого. Здесь. Страшно. Ну, этот прыжок, он же, ну, он же получится. Я же в себе верю, конечно. Дафна, соберись. Целится. Зачем? Что нужно здесь увидеть? Ну, кроме вот домика общины. Здесь я был внизу. Боюсь, что отсюда можно очень резво скатиться вниз и разбиться. Там еще есть проход. Так, а что карта? Неизвестно. Неизвестно. Попробую. Аккуратненько. А, ага, вот. А дальше? Куда? А, да, это видимо, действительно безопасный пуск. Да. Вот и все. Зачем эти прыжки? Нет. Ты меня не видел. Я надеюсь, что это и есть один из тех туристов. Либо просто идти дальше, к башне. Не вижу другого пути. Да, очень похоже, на самом деле. Это один из туристов. Как раз такой высохший. Совсем недавно лежит. Если я их не найду, то их история останется неразгадана. Я не очень расстроюсь. Если кто из моих друзей все-таки еще выжил. Вроде как там был мостик. В сторону башни.
И можно остаться жить здесь. О, нет. Их не трогают. Да, вот пересохшие руки. Видимо, никогда. Каждый раз, когда я надеюсь кого-то спасти, все идет не так, как надо. Тебя бы спасти. И человека в башне, да-да-да-да. Почему-то я переживаю. Интересно, что там внизу? Я в принципе сохранился, но тоже внизу. Выход к реке. О, там вход. Ладно. Опять волк. И опять прыжки. Много прыжков. Здесь довольно-таки большая территория, еще может быть даже они здесь туристы. О, пещерка. Найти пещерку, разбиться. Прямо. Ночь здесь, наверное, не наступит никогда вообще. Не представляю ситуацию, в которой может наступить ночь, если она не заскриптована. Так, вот я и спустился вниз, я понял. Хорошо. Что с тобой не так? Зачем? Зачем? Ой, там какой-то камень, по-моему, с символами какими-то даже. Или мне кажется. Нет, это просто белая краска. Нет, это символ.
бы здесь еще и волк где-то стоял, я бы вообще. Выключил бы эту игру. Ой, чаша. Чаще? Я слепой. Хорошо. Чем я ем? Развилок. Там волк. Стоит ли туда идти? Мочи. А! Привет. Да-да-да. Там волк, стоит ли туда идти? Это символ? Было бы неплохо, если бы они что-то значили, что-то можно было бы узнать из них. А, вон волк. Хорошо. Я его обошел через тропинки. Там спуск. Не думаю, что туда стоит идти. О, еще камень. Башня уже очень близко. Ответвление я упустил. Еще одно. О, там домик. Интересно, где он? Как давно не было сохранения. Водичка. Вон и документ. Кулон с фотографией мужчины. Ну да. Именно он, тебя мы находили. Эту часть игры решили, видимо, не переводить. Хорошо. Иностранец, видимо, это имеется в виду чужеземец. Еще одна карта. Так, я не знаю, сколько времени прошло с того, как я был похищен. Мы хотели отдохнуть в тихом месте до того, как возвращаться в Испанию. Ну, видимо, они студенты, продолжить учиться. Вместо этого мы нашли себя на... Ну, мы очутились на дне колодца, разделенные друг от друга. Ну, с моей женой. Я искал ее месяцами, но не мог найти ее. Ничего не мог сделать с этим. Я думаю, они убили ее. Нет, к сожалению, она умерла голодной смертью или просто сдалась.
Тело в пещере. Не, в небольшом проходит. Лейла, дорогая, спасти меня, я не смог тебя защитить. Я собираюсь выбраться, и это и не имеет значения как. Но я вернусь и исследую весь, ну, избегаю весь остров. Я нашел лодку и... А, около руин где-то неподалеку от высокой башни. Я должен плыть в направлении, который дали мне эти, ну, видимо, лунатики, которые, как он так называет. За что же мне все это? Мы иностранцы, которые заслужили это. Заслужили такую судьбу. Что с ним стало? Тем обаятельным. Неизвестно. Ну иди, иди сюда. И ты иди сюда. Лопата. У меня уже столько предметов, что я мог бы проломить голову каждому маньяку и сумасшедшему на этом острове. Она выкину нож, возьму лопату и возьму нормальный нож. Хватит. Перчик. С другой стороны, да, серьезно. Какой смысл мне приходить сюда с другой стороны? Ладно. Сохранюсь. И придется идти обратно. Да не только волки, все должны бояться. Только с лопатой. Так. О, еще камушек. А, это... Ну, точно, это были... символы. Вот только теперь я понял, что это гороскоп. Ну как? Это близнецы, по-моему. Не, это не близнецы, это были рыбы, по-моему. Так, вот здесь была развилка, да, да, это к дому, это, это куда-то непонятно куда, знаем.
Так. Там. Там. Там дом? Что это такое? Кровь. Плакат. По идее, нужно попасть как-то туда. Не, все-таки это просто случайные символы. Никак не связаны. Здесь тупик. Я по всему. Да. Либо упасть, либо обойти. Обойти. Где же обойти? Падать не очень хочется. Нужно что-нибудь пропустить. Таня. Да, вот здесь был этот. Ручек. Здесь проход. Там волк. Ну, это и был небольшой подъем. Хорошо. Где-то здесь была развилка. Так, там к волку. Где-то здесь. Да. По-моему, да.